Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня в нашем видеообзоре мы расскажем вам про розу Шанталь Марьё. Ну, в общем-то, мы уже о ней говорили. Есть видеообзор, выпущенный 25 октября 2019 года. На сегодня небольшую, краткую характеристику дадим. Дело в том, что мы снимаем в режиме интервальной съемки, как распускаются сорта роз. Эта съемка производится в помещениях, а эту розу, Шанталь Марьё, мы в течение 18 дней снимали на улице круглосуточно. И теперь в ускоренной обработке можно посмотреть, как она эти 18 дней росла на улице. Роза прекрасная во всех отношениях, является для многих фавориткой сада. Очень хороша как для декоративного озеленения, так и для срезки и оформления букетов. Кусты вырастают до 1,5 метра, очень компактные, округлые, хорошей формы. Цветут практически все лето, с небольшими абсолютно перерывами, в которых все равно розочки есть. Очень интересно при такой длительной съемке наблюдать, как розы распускаются, растут и днем, и ночью можно видеть, что все равно розы распускаются и растут. За эти 18 дней дожди несколько раз тоже были, розы от этого не портились. На фоне темно-зеленой глянцевой листвы очень выигрышно и красиво смотрятся насыщенно розовые цветки. По форме цветки, ну, можно сказать, изумительной красоты. Многолепестковые, чашевидные, уже говорила, цвет очень интересный, яркий. Также у Шанталь Марьё очень интересный запах, нежный, некоторые напоминают леденцы. Как видно, роза на кусту, сам цветок, держится приблизительно 2 недели. Но так как постоянно нарастают новые бутоны, роза без цветов практически не бывает. Хорошая устойчивость к заболеваниям, и роза отлично зимует. Если кому будет интересно, то в конце будет дана ссылка на видеообзор, сделанный раньше, где более подробно рассказано о данном сорте розы. Сегодня у нас на этом все. До свидания, до новых встреч!